caballero, por favor, monje. Скажи, сколько ты сейчас находишься в России? 7 месяцев. 7 месяцев. Они попали в эту ситуацию, и их выгнали с работы, их над ними издевались, не кормили. Они жили в вагончике, потом вообще им пригрозили, что выкинут в открытое поле, а как раз были такие дожди, холодно. И Россия для них такой мачехой злой получилась. Раньше мне было плохо, теперь я чувствую себя немного лучше. Они попали на обман. У нас нету порядочности практически бизнесменов. Потому что весь бизнес, он, к сожалению, строится на только одной, там, человек-человеку-волк. Меньше вкладывай, больше получай. И как говорят, Россия не такая, она все-таки... Еще своего предназначения не выполнила Россия. Кубинцы, да. Отклик нашли, ну, определенную причину. Ну, да. Потому что, да, кубинцы, они мне как братья все-таки. Шестерых вот к себе взял, это, ну, только капля в море. Как ты внутренне проживаешь эту ситуацию? Там одна ситуация, он на мир каотикаменте та парал. Ситуация сложная. Мы без работы. Глобально невыгодно сейчас других людей, но это вам дает наполнение внутреннее, да? Да, да. Вот, очень хорошо вы сказали. Действительно, у меня идут колоссальные затраты. Ваш вклад такой в общий мир получается. Да, да? Как бы небо мне помогает. Кто ждет тебя на родине? У меня нет жены, но у меня есть мать и двое детей. Они работают, еще даже я плачу за работу, хотя они могли бы только за крышу над головой, за... В котором сейчас происходят перемены, да. Которые заставляют людей видеть ближнего, да, в людях глубокое что-то внутреннее, да, вселенная это... внутри, да, каждого из нас, и мы частички, да. Друг друга. Получается, миссия шире, чем она есть на самом деле, да? Да. Миссия выполнима. Миссия выполнима. Я рада. Спасибо. Так душевно побеседовали. Опять сейчас пандемию дают как? Локтями же, по-моему, нет? А, ну так, вот так, да? А с вами был Александр Серегин и Елена Бородина. Да. Продолжение следует.